Привет, рад видеть тебя на своем канале. Здесь я пишу музыку в Ableton Live, разбирая функции, элементы программы. Рад вернуться после небольшого перерыва. Я решил немного изменить формат разбора треков. Сейчас я буду демонстрировать трек, который вышел 15 сентября. Вот. На момент записи видео у нас сегодня 16 число, то есть этот трек вышел вчера. Да ладно, да ладно! Я сейчас разберу его, как и что я сделал. Мне будет очень важно, чтобы ты оставил в комментариях, какой формат тебе больше по душе, чтобы я писал с нуля трек, либо разбирал уже законченные композиции. Добавьте немножко позитива. Предлагаю прослушать основную часть трека перед тем, как перейти к разбору. Музычка! Итак, предлагаю перейти к разбору. Начнем с кика. Здесь ничего сверхъестественного нет. Минимальная эквализация. Моно с помощью утилити. Немного сатурации. И с помощью автофильтра были автоматизации в начале. Перед основным дропом. Переходим к разделу баса. Все это объединено в группу kick и бас. Здесь тоже немного я поджал низ. Воспользовался глу-компрессором и эффектом стандартным drum-bass. Для того, чтобы оценить, для чего эта обработка была сделана. Мне показалось то, что звучание более кочевое, если его немного поджать и добавить этого эффекта. Переходим к басу. Здесь сразу же у меня висит утилити, которая переводит все, что ниже 120 Гц, в моно. Основной бас.
Сейчас выключим всю обработку. Здесь автоматизация. Автоматизация ручки Frequency. Эквализация. Сайдчейн компрессия. Дилей. Сатурация. Дополнительная сатурация. Эквализация. Реверб. Скомпрессировал. Добавил драмбас. И автофильтр у меня здесь автоматизация вот настроенная. Я думаю, с этим все понятно. Мы переходим к бас-стоп, он у меня подписан. Уберем всю обработку. Он, кстати, тут задвоенный. Компрессор. Ну, это ничего страшного. Ну вот, здесь у меня идет... Velocity гуляет немного туда-сюда, то есть это немного для разнообразия трека. Здесь тоже вот есть, видно, гуляет автоматизация немного. Вот, можно выбрать вот эту ручку, видно то, что она вон она. Так. Сатурация, дилей, эквализация. Утилити я накидывал для автоматизации и компрессия. То есть в этом плане ничего сверхъестественного. Дальше high bass, он дублирует рисунок первого. Просто у него маленько другой характер звучания. Я предлагаю на нем долго там не заострять внимание, то есть он не такой уж интересный. Здесь тоже там небольшая автоматизация присутствует. Перейдем к своего рода так стаб, как его еще можно назвать. Здесь я использовал Диву, шикарный вообще в принципе плагин, не знаю, как без него можно жить. Характерное звучание, тут я добавляю сатурации, добавляю реверба, использую Вальхалу, люблю этот ревербератор. И санчейн компрессия. Здесь дальше бас-хит, он тоже дублирует как дополнительный слой, но с помощью оператора. То же самое, сатурация, сайдчейн, реверб и эквализация. А,
Бас Стейн, он играет непосредственно в ямах, вот, поэтому сочинь компрессия ему, в принципе, не нужна, настроен с помощью вейв-тейбла, то же самое тут настроено. Автоматизация. С басом все, можем перейти к большой группе инструменты. У меня сразу же на всей группе висит вот такой вот плагин. Иногда можно пользоваться при каких-то моментах разгона или перехода от секции к секции. То есть тут есть несколько режимов, вы там выбираете, крутите ручку, то есть и вот ваш молодой человек вот этот веселится от этого. А что, так можно было, что ли? То есть эффекта этого много слишком не нужно, но все зависит от того, там в какой ситуации, иногда можно и накрутить. Дальше идет драм-секция. Эквализация, эффект драм-бас, компрессия, утильти. Местами у меня тут вот гуляет гейн. Я, с своей стороны, не рекомендую автоматизировать вот эти вот параметры громкости. Почему? С этим вопросом мне пришлось жить 2 минуты. Потому что в случае чего, если вдруг вам нужно будет поменять громкость, а она у вас будет заавтоматизирована, это уже нельзя будет так просто сделать. Придется что-то на канал закидывать, опять же, утилити. Или с помощью эквалайзера громкость поднимать. Там тоже и вот здесь вот тут можно громкость менять. Вот, поэтому если нужно менять громкость, я рекомендую делать это с помощью утилити. Давайте перейдем к составляющим драм-секции. Тут клэп, он больше носит такой перебивочный характер. Тут тоже ничего особенного. С клэпами, я думаю, все понятно. Есть регулярный клэп, их тоже 2. Здесь, в принципе, даже ничего особого нет. Я даже эквализацию оставил одной и той же. То есть клэп у меня чуть-чуть приглушенные. Хай-хеты. Тут, я думаю, тоже все просто. Вот здесь утилити я автоматизировал громкость в начале трека. Так, хай-хеты следующие, они сделаны с помощью оператора. Здесь уже можно о чем-то поговорить. Можно поговорить о... Сейчас выключу всю обработку. Здесь автоматизирован параметр decay. Дальше добавлен автопан для того, чтобы не был очень статичным. Такой более металлический звук. Delay. И эквалайзер. Здесь у меня подписано хит, это такие, больше сказать,
носит атмосферный характер удара перкуссии. Здесь тоже все просто. Дилей, эквализация, реверберация. Сделано стандартным оператором в режиме white noise. Еще одни хай-хеты ритмичные. Применен дилей и автопан. Перкуссия. Тоже дилей, тоже реверберация и эквализация. Так, идем дальше. Здесь перед разгоном идет снейр. Эквализация, дилей. Ну и эквализирован дилей, чтобы, так скажем, подогнать атмосферу. На этом можно с драм-секцией закончить. Перейдем к стабу. Вот, у меня тут было много слоев, и я все экспериментировал. Иногда оставляю, не удаляю слои, потому что думаю, что вдруг они мне пригодятся. Если перейти в группу, здесь у меня автоматизация утилити, громкость, эквализация, сайдчейн компрессия и глу компрессором там их поджал. Я думаю, можно уже сразу же вот на основном дропе показывать. Здесь у меня достаточно много обработки, скажем так, немало. Сделан этот звук в серуме. Вот, дальше мы смотрим. Сатурация достаточно грубая. Воспользовался фаб-фильтром. Тоже в качестве сатурации дилей. Реверб. Перевел в бас моно, затем воспользовался мультибендовым компрессором OTT. Пресет. И эквализация. На последнем я такие резонирующие частоты убрал, потому что некоторые звуки, если не убирать, то лично у меня достаточно сильно утомляется слух. Особенно это происходит в момент написания музыки. Вот, поэтому иногда я вырезаю какие-то частоты. Перейдем к следующему, к следующей группе. Тут у меня дрон. Я воспользовался омнисферой. Сейчас анфриз. Здесь тоже все просто. Утилити, сатурация, дилей, реверберация, эквализация, сайдчейн компрессия, автопан. Каким пресетом я пользовался? Ну, вот этот мне пресет достаточно нравится. Он достаточно атмосферно звучит. А, ну и громкость у него тоже автоматизирована. Тут в зависимости от, где находится трек. И вот его уже слышно. Заполняет пустоту. Дальше идет пад. Стандартный wavetable. Здесь эквализация, эхо, автоматизация громкости. Даже, кстати, не помню, где я автоматизировал. А, вот здесь в яме. И глу-компрессия.
Ну, в принципе, ничего особенного. Вот. Дальше идет дорожка, которая дублирует пад. Я использовал здесь диву. Опять же, сатурация, реверберация, эквализация, утилити для регуляции громкости, автопан. Пользовался пресетом. Вот. По-моему, этот параметр тоже автоматизировал. А, нет, не автоматизировал. Вот. Здесь только, видимо, гейн и что-то. Да, только гейн автоматизировал на этом слое. Здесь тоже, думаю, понятно. Перейдем к группе лид. Здесь достаточно много слоев. Сейчас. Так. Итак, начнем. Плаг. Delay, эквализация, реверберация, сочин, компрессия и утилити. Здесь я использовал синтезатор Avenger. Вот, иной раз. Мне очень нравится работать с ним. И, если честно, не так часто я его встречаю почему-то у других музыкантов. Причем очень странно, неплохой синтезатор. С ним работать можно. Не сказал бы, что я очень часто так с ним играюсь, но иногда для разнообразия не помешает. Вот. Дальше идет у нас слой. Я тоже использовал здесь этот же Avenger. О, нечаянно где-то, видимо, нажалось. Здесь я, на этой группе везде Avenger использовал. Они больше выполняют роль вспомогательного по отношению вот к первому, потому что один у меня в левую сторону ушел, другой в правую. Это для того, чтобы звук был, казался объемным. Вот. Дальше мелодическая составляющая. Это пад. Вот, здесь он показывает, повторяет ноты основной мелодии, и здесь он в основном дропе тоже появляется. Потому что без него кажется достаточно пусто. Вот. Дальше переходим к основному синту, который раскрывается в дропе. Тут тоже все просто. Delay, реверб, эквализация и санчейн компрессия. Да, в этом треке я очень активно пользовался плагином Avenger. Вот здесь стандартно, сатурация, delay, эквализация, утилити. Я тут, видимо, собирался, насколько я помню, здесь вставлять основной синт, но потом передумал. И здесь еще эквализация ручки котов. То есть я раскрываю его. We'll be right back.
И здесь еще идет плаг, который играет практически на протяжении всего трека. И в основном дропе он повторяет основную мелодию. И тоже Avenger. Все тоже стандартно. Delay, эквализация, реверберация, сайдчейн, компрессия. И здесь я подкрутил гейна. Переходим дальше. Группа вокала. Вот здесь ошибочно, видимо, натыкал. Вся группа, на всю группу обработка, эквализация, глукомпрессор, автофильтр для того, чтобы автоматизировать те или иные параметры. Delay у меня здесь тоже эквализирован. Он включается в момент перехода от ямы к основному дропу. И теперь непосредственно по самим... дорожкам. Тут идет сатурация, эквализация, delay, глукомпрессор, реверберация, опять эквализация, сайдчейн компрессия и утилити. Здесь автоматизирована громкость. Ну вот, если убрать всю обработку, он звучит как-то так. Это зациклено один из кусков вокала. Идем дальше. Здесь, получается, я фризил, записывал эту подводку к вокалу, чтобы более гармонично звучало. Итак, вокал. Все то же самое по обработке. Здесь идет основной. Здесь я, получается, опустил его на октаву ниже. И пустил в левую сторону. Получается, потом на октаву наверх и пустил в правую сторону. И потом я, получается, баллс в стиле Afterlife с помощью вокодера и всего остального, но в итоге отказался. Вот, ничего у меня хорошего, на мой взгляд, не вышло. Я отказался вот от этой дорожки. Вот, и не стал ее в конечном варианте использовать. И переходим к последней группе. Это группа эффектов. Здесь их не так уж и много. Просто, как правило, у меня в треках эффектов достаточно много. В этом не так уж и много. Первое это у нас идет. Это горн, да, в стиле Ханса Зиммера. В некоторых частях трека попадается. Дальше идет импакт. На всю группу действует сайдчейн компрессия. Дальше идет второй импакт. То есть он такой более глухой. Следующая дорожка это white noise. Здесь с помощью аналога сделано. Прошу прощения.
Так, дальше идет дорожка, это своего рода ризер. Просто в первом случае громкость уменьшена. Вот, дальше у нас такой короткий сэмпл белого шума. И последняя дорожка. Такой эффект white noise, ритмичный. Так, на этом все, если говорить по звукам. Вот. Я предлагаю сейчас полностью послушать композицию. Перед этим хотелось бы поблагодарить тебя за просмотр. Поставь, пожалуйста, оставь свой, пожалуйста, комментарий с заметкой о том, то, что тебе больше нравится формат, когда я пишу с нуля на видео, либо разбираю такие треки. Вот. Мне каждый комментарий очень важен, потому что буду стараться работать в том направлении, в котором вам более комфортно. А теперь перейдем к прослушиванию трека. Желаю приятного прослушивания, успехов в творчестве. Пока-пока. Мазочка! Thank you.
мечтать. Я